Почему в одних случаях Иисус Христос исцеленным говорил, чтобы они не рассказывали, что делал Бог, а в других запрещал рассказывать. Вот очень хороший пример. Прекрасный вопрос. Почему? Потому что все мы разные. Все мы разные. Вы же знаете, вот один может говорить о делах Божьих, которые с ним совершились, славу Богу неся, а другой себя будет выпячивать. Или говорить ересь. Вот, например, вопрос нашей церкви. Вот недавно я пришел слышать такие слова. Один человек сказал, говорит, я молился соборным послушанием, теперь знаю, эта молитва помогает. Но это же ложь, это ересь. Помогает не молитва, но Бог, которому мы молимся, помогает. Правда-то вот какая? Сказать, что меня спасла молитва, это ложь, спас Бог. Поэтому Господь видит, кто какой. И поэтому, когда был на земле, одним говорят, что они могут рассказывать, они будут правильно говорить, им это не во вред, а другим во вред тщеславие или начнут ахинею нести. Они говорят, что мне рассказывали. Вот и причина вся. Вот это говорит о том, как Господь с нами действует избирательно, каждому индивидуально. А знаете почему? Причина только одна. Только потому, что любит каждого. Только потому, что любит каждого.